вообще мы едем в Ордовку. И вот это ордовское поле ордокозлы перепахали на самом деле. Вот. Опа, вот они спрятались. У них грузовики с синими трубами, а с этим, как это, с парусом. С турбопарусом. С турбопарусом, грузовики прорвались. Сегодня с нами, кроме старых лосей, организатор Лёня. Короче, да, Лёня старый лось, он не организатор. Старый лось, комментатор Димон. Также у нас есть Пашка. И Пашка. Да. По-моему, мы тут были. Да, вот это... Когда мы ездили на борт первый раз на этот город, да, там что-то. Это Паша. Он, по слухам, он только что полетел, спускаясь вон той горки. Возможно, мы сейчас рассмотрим травмы на нем. Вот. Первая. Ага, вон там еще дырка на колене. И похоже все. Все, эх. Да жив, крови, крови немного, но ничего. Блин, да оно сужалось. И сузилось. Да, по тормозам дало, оно и колесо соскользнуло. Это мы проехали Хрыщевку. Отличное уединенное селение. Очень красивое, очень живописное, с очень живописным прудом. Немножко деревья только посохли в нем. Но это ничего, это ему только придает очарование. Это та же самая лужа. Только мы вылезли на ее помосты. Очень живописные. Немного стрёмные, но совсем чуть-чуть. Будь здоров! Ого, тут кандалы, тут можно рабов приковывать. Чтобы они сидели и ловили рыбу. Пока 10 килограмм не поймает толстолобика, на воле его не отпускают. Саша ест банан. Очень вкусный. Димон тоже снимает конкурирующее видео, наверное. Ох, какой он здоровый! Ого! Объект педохорона. Конечно, педохорона. Внимание всех приковано. Это все пси-воздействие. Невозможно. Так, это значит за станцией Дом отдыха в сторону Мохнача. Здесь разливается Северский Донец. Он разливается, обустраивает кучу озер, заливных лугов, болот. Очень красиво. Хорошие дороги. Вот. Нас, кстати, осталось всего трое. Но это не страшно. Вот как красиво, какое-то озеро, синенькое. О, дорога под
утоплено немножко. Придется обыжать. Там вода внезапно. Такой чудесный. А, вороны, снова я вас нашел. Летите. Вот так чудесно здесь.